Вітаю! Це програма «План на завтра». Я Анастасія Рін'єс. Сьогодні запросила до себе в студію вчителя медитації Яна Тіана. Намасте! Намасте! Намасте, Анастасія. Ян, ми знайомі з тобою дуже багато років. Я знаю, що ти дуже відомий музикант, у тебе є свій гурт, ти дуже довго практикуєш медитацію та вчиш інших. Мені весь час здавалося, що це якийсь інший світ. Але зараз я бачу доволі багато людей, які починають практикувати медитацію. Чому люди почали практикувати медитацію? Всьому своє время просто. І приходить время. Когда цветок распускается, приходит время, когда приходит весна. И приходит время, когда человек идет дальше, чем, например, форма. Дальше, чем религия. Дальше, чем действие. Он выходит на уровень более утонченного действия. Это уровень мышления. И вот культура мышления, осознанность в мыслительном процессе – это уже сфера медитации. Поэтому слава Богу, что пришло такое время, и очень много людей обращают на это внимание. Мне кажется, что, знаешь, это как какая-то мода, знаешь, такой новый тренд, который нам очень поширяется на Заходе и сейчас начал поширяться в Украине. Прекрасная мода. Это очень хорошая тенденция, потому что в этом очень много разумного, доброго и светлого, и это очень здорово. Дело в том, что если рассматривать вот недалекое прошлое, то за занятие йогу, это было в Советском Союзе, за переписывание самиздатом, например, вот этих трактатов древних, можно даже было потерять свободу. Поэтому слава Богу, что сейчас наступило такое время, где человек имеет возможность выбора и развиваться независимо от каких-то внешних ограничений. А взагалі про що свідчить такий запит на медитацію? Медитація – это простая техника. Не связана с религиями, философией, не связана с намерением и волей. Это просто способность, именно способность. Это значит, рано или поздно это станет мастерством быть осознанным. Простими словами, поясни, що ти маєш на увазі, коли ти кажеш техніка. Техніка, тому що вона приводить до конкретному результату, независимо від каких-то внешніх факторів, независимо від состояния человека, или там звезд на небі, или волі, или намерення. Эта техніка така ж, як ми используємо вокруг дуже багато технік. Лампочки, переключателі, система внутрішнього згорання в автомобілі, зажигання. Очень много техник. Холодильники, телевизоры, камеры – это все техники. То есть техника – это определенный механизм, который приводит к конкретному результату. А как работает этот механизм? В первую очередь, чтобы практиковать эту технику, мы сейчас говорим о трансцендентальной медитации, потому что техник медитации, их 112, это одна из техник. Нужно, во-первых, иметь готовность, зрелость. Это принять информацию эту и использовать ее в жизни своей. А сама техника заключается в том, чтобы не напрягаться, но при этом не потерять фокус внимания. Обычно, когда мы расслабляемся, наш фокус теряется, и мы называем это сновидение. Мы засыпаем, и когда оказываемся в глубине подсознания, наш фокус теряется, мы, растворяясь, теряемся. Это сон. А вот медитация — это расслабление физиологии, ум успокаивается, но при этом фокус не теряется. Это практично. Это практично. В чем практичность? Практичность в том, что вы не тратите лишней энергии на мысли, которые не надо думать. То есть мы часто, обычный человек, думает мысли и не может процесс остановить. Или, например, он хочет его заблокировать, остановить ценой огромных усилий. Оказывается, можно этот процесс регулировать и управлять, и контролировать, если мыслительный процесс поймать раньше в подсознании. Обычно человек осознает мысли слишком поздно. И поэтому говорят психологи, они правы, 10-15% осознающей способности. Остальные 90% это то, что у нас за порогом осознанности. И вот этим, кстати, многие пользуются. Потому что если... Это называется манипуляции. Собственно, это реклама. Это политтехнологии. Если человек не осознан, туда можно бросить зернышко, и тогда это зернышко человек воспринимает в собственной голове как мысль, которую сочетает собственной. И он покупает те продукты, которые ему рекомендуют маркетологи, думая, что это его выбор. Или голосует за человека, который он думает, что это его выбор. На самом деле это работа технологий.
Тобто медитація – це тренування мозку, щоб людина була якою? Більш розвиненою, розумнішою? Поясни. Да, это прежде всего. Мы называем это осознанностью. Это значит осознавать мыслительный процесс до момента его анализа. Потому что когда ум включается в анализ, он выключается. Это осознанно. Это называется сновидение мыслительного процесса. И, к сожалению, все люди спят. Когда думают мысли, не спят. Это называется субъективная реальность. И вот чтобы проснуться, ну, есть очень много способов, чтобы проснуться. Один из них, самый такой естественный и простой, это влюбиться. Или заниматься творчеством. Или прыгнуть с парашюта, наконец. Там, где есть некоторая опасность, ум выходит за пределы сновидения, и он автоматически переживает медитативное состояние. То есть я говорю это к чему? Чтобы зрителям дать понять, что медитативное состояние — это очень естественное состояние нашей собственной природы. Мы это переживаем, но не осознаем. И вот осознать этот процесс — это значит обратить внимание на то, как я наблюдаю. Обычно мы наблюдаем объекты, а тут мы начинаем наблюдать, как мы наблюдаем эти объекты. Вот это медитация. Слухай, ти казав, що медитація – це дуже практично. А якщо ти починаєш практикувати медитацію, що відбувається? Ти становишся більш практичним в траті своїх енергій. Во-первых, ти контролюєш мислительні процеси, ти контролюєш свої емоції до моменту їх проявлення, ти контролюєш поступки свої до моменту реалізації їх, слова до моменту їх, коли вони виходять. Тобто, як правило, чоловік, якщо знаходиться в состоянии аффекта, емоцій, він робить щось, говорить щось, і якщо він робить... И сделал уже это, остановить стрелу это уже невозможно, когда пошел процесс. То есть все это уже остановить невозможно. Но когда что-то уже произошло, и человек как бы приходит в себя, пелена упала, и он часто сожалеет об этом. Так вот, оказывается, можно осознать мыслительный процесс как мотивацию намного раньше. И для этого нужно просто открыться. А открыться — это значит расслабиться. А вот здесь проблема. Человек сам расслабиться уже не может, потому что Чему? Очень много стрессов. Стресс. Это стресс. Большая самая проблема современного человека, потому что вокруг нас очень много информации, и эта информация, попадая в мозг, возбуждает нервную систему, возбуждает ум и, конечно же, физиологию. Как результат, это болезни, это в худшем варианте, конечно, в худшем случае. И возбужденность, агрессия, она прежде всего порождена усталостью. Тобто люди, які зараз свідомо починають медитувати, начебто вибудовують цю таку імунну систему, щоб ну, цей шквал інформації, який зараз є, щоб він деструктивно не впливав на їх. Ну, во-первых, медитация позволяет очень глубоко расслабиться и высвободить нервную систему от стрессов в текущий момент и укоренившиеся стрессы, которые мы несем с собой вот как багаж там, в течение всей жизни. И часто мы многие впечатления очень тонкие зернышки с собой принесли уже породу. Это родовая называется карма. Поэтому человек живет в неком таком возбуждении, и это возбуждение обязательно должно быть реализовано. И чтобы реализовать это возбуждение, мы часто рефлексируем, и поэтому создаются всякие неудобные такие события. Конфликт, например. Вот если рассмотреть конфликт любого на разном уровне, например, бытовой конфликт, это прежде всего люди не выясняют отношения, не выясняют, кто прав, кто виноват, а прежде всего сбрасывают внутреннее напряжение, например, усталости. И поэтому агрессия — это результат прежде всего перевозбуждения нервной системы, которая выражается вот в таких вот неконтролируемых поступках, словах или А на рівні країн, коли починається если агрессия? Если говорить на глобальном уровне, это то же самое. У каждой страны есть коллективное сознание, это можно назвать, общая структура или общий организм, который складывается из индивидуальных сознаний, и это образует единую такую, единый живой организм. Поэтому у каждой страны есть свой характер, есть свой какой-то менталитет, это еще называют, да? Есть свои традиции, и все разные. У каждой страны есть вот такое, даже можно это дать какие-то характеристики четкие у каждого народа. И, конечно же, как люди, эти народы подвергаются воздействию, возбуждению. И если очень много стрессов накопилось в коллективном сознании, это возбуждение будет выражено в агресії, наприклад. А я читала, що в 70-х роках засновник трансцендентальної медитації Махаріші зі своїми учнями практикував
медитацію в небезпечних районах Лондона, і начебто рівень злочинності, він після цієї медитації понизився. Да. А взагалі, чим більше людей, які медитують, тим що? Тим більше буде устойчива тишина. Дело в том, что когда два человека медитируют, три человека – это не два-три человека, это единая волна. Это уже закон волн. Когда волны накладываются друг на друга, образуется резонансная волна, например, или диссонансная волна, в зависимости от когеренции, да, сонастроенности. И тогда эта волна единая, она очень мощная. В Вашингтоне была медитация, коллективная медитация, вместе медитировали 7 тысяч человек. Так у них упала преступность, и полиция не понимала, в чем дело, почему в статистику упала. И потом оказалось, что это совпадало именно в те дни, когда в Вашингтоне происходили вот эти вот огромные-огромные медитации и йогические программы. Як людина, яка багато років медитує, як ти оцінюєш, що зараз відбувається в українському суспільстві? Сейчас великое время трансформации, и это огромный шанс для развития, и в том числе развития, то, что мы называем духовное развитие, или развитие эволюции сознания. Потому что именно в этот момент происходит очищение через каждого из нас, происходит очищение всей нации. Все зависит от чистоты. И если есть какие-то там примеси, они должны быть высвобождены. И высвобождать их нужно осознанно. Вот поэтому, слава Богу, у нас есть очень сильная культура там в Украине, это религиозная культура, да, православная церковь. Она работает и влияет, и исполняет свою прекрасную роль в этом, потому что берет на себя и очищает. Есть очень много таких движений, которые там официальные, неофициальные, которые ведут к тому же. Это развитие и очищение на уровне индивидуальных сознаний. И я еще раз хотел бы отметить, что если каждый человек, будучи чистым, а это синоним быть осознанным, а это синоним быть счастливым, если человек будет счастлив на индивидуальном уровне, в целом они будут создавать то самое... Больше эффективное, да, больше ответственное, да, суспильство. Да, потому что основной закон природы заключается в законе баланса, равновесия. И равновесие устанавливается только в чистой среде. Если возникает какая-то примесь, то тогда возникает дисбаланс. И система будет выталкивать. Если говорить о физиологии человека, у нас есть иммунная система. Если говорить о нервной системе человека, то любая информация, которая попадает в систему, будет возбуждать систему, и система будет освобождать из себя. Поэтому очень важно, как мы это освобождаем. Или в стрессе, в возбуждении, в конфликте, в болезнях – это все очистка. Всі знають, що потрібно робити зарядку. Зараз ми з тобою говоримо про те, що потрібно практикувати медитацію, щоб бути більш психологічно стійким в ці турбулентні часи. Як ти заохочуєш людей до того, щоб вони почали практикувати медитацію? Ви знаєте, я нічого не роблю. Нельзя домінувати, нельзя это сделать как бы с усилием, нельзя кому-то доказать ничего. От на примере моей семьи, например, моя тёща обучилась медитации, когда она пришла сама. То есть я знаю, что нельзя никогда, особенно в медитации, но там, где очень тонко, это все навязывать, потому что тогда это будет, ну, неправильно, это вызовет, конечно же, обратную связь, какой-то антагонизм. Вот. И вот через 6 лет она сама пришла и сказала, я хочу научиться медитации. Вот. Поэтому со своей стороны я читаю лекции, я очень много говорю о значимости медитации для обычного человека, городского жителя. Это не для того, чтобы там, развить там, какую-то духовность. Говорим только о базовом. Это чистота нервной системы, чистота ума, реализация своего предназначения. Этого достаточно. И вот с этого начинается уже настоящая духовность. Я знаю, что Дэвид Линч, він дуже пропагує трансцендентальну медитацію. Він весь час каже, що 20 хвилин медитації зранку та вночі заміняють 8 годин відпочинку. Да, это исследование физиологов. Тобто це справжня інформація, яка підтверджена, так? Да, это подтверждено исследование, очень много исследований, это было медитации, и они были напечатаны в очень серьезном издании Science, это не желтая пресса, это не какие-то там домыслы, это исследования группы контрольные, и очень много лет ученые, физиологи, нейрофизиологи исследовали, вот как оно влияет. Да, это правда, 20 минут медитации, это как 8 часов сновидения.
Это очень полезно для нервной системы, это глубокий вид отдыха, и очень быстро восстанавливается нервная система. Ну и, конечно же, если в таком режиме отдыхать, и потом отдыхать, активность в течение там, приблизительно там, 5 лет, 6 лет, то ваша нервная система будет просто медленнее изнашиваться, тело будет медленнее стареть. И на клеточном уровне, вот это тоже исследование, до 7 лет омоложения. Можно я спытаю, сколько тебе років? Мне 45 лет вот недавно исполнилось. Тобто ты такой, знаешь, наглядный образец. Дай Бог, что... Слава Богу, что я могу вот и этим тоже, как бы не только словами, но еще и... Что потребно, чтобы опановать медитацию? Чи есть какая-то инструкция? Все-таки это погружение в глубины подсознания, она требует некоторой безопасности. И, конечно же, эту безопасность может обеспечить человек, который знает, как вас научить. Поэтому я, конечно же, рекомендую заниматься с преподавателем, опытным преподавателем медитации, а самоучкой, ну, разве что вы можете почитать об этом литературу и мотивировать себя для того, чтобы все-таки научиться правильно. Насколько важко найти своего учителя? Ну, знаете, нас, я не один, нас много. И есть такое наблюдение, есть такая пословица, что каждому ученику соответствует, приходит свой учитель, когда ученик готов. Поэтому в свое время человек срезонирует. Обязательно срезонирует события, пространство и, конечно же, человек, которому вы сможете открыться и довериться, который вызывает определенную степень доверия. Потому что, чтобы научиться, нужно открыться. И я еще скажу, это важный момент, что никто никого не учит. Можно только научиться. А для того, чтобы научиться, нужно убрать препятствия этому потоку знания. Это значит открыться и довериться. То есть поэтому здесь очень важно именно само состояние ученика. Это говорят готовность ученика. Поэтому каждому ученику приходит свой учитель в свое время. Я знаю, що ти багато подорожуєш. Мені цікаво, як ти взагалі відчуваєш процеси, які зараз відбуваються в Україні? Если говорить о путешествиях, то путешествие в самом деле для всех нас является некоторое такое, знаете, некоторым состоянием, где мы вот находимся в состоянии здесь и сейчас. И поэтому мы, когда путешествуем, находимся в таком режиме, где мы видим какие-то детали утонченные, нам радуется, мы очень рады всем, мы знакомимся, мы очень легки на подъем, именно потому что мы свободны, мы не думаем о рутине дома, который у нас дома ждет. Мы находимся в отпуске где-нибудь далеко от дома, и поэтому мы свободны, и поэтому нам все в кайф, нам все очень радует, потому что есть свободное пространство. Вот. По большому счету, мы все путешественники по жизни. Поэтому независимо от того, в какой мы стране, дома или мы не дома, мы путешественники. И если вы вот это состояние путешествия можете сохранить в себе и быть свободными и открытыми, тогда там, где вы дома, там, где рутина, это будет восприниматься так же, как вот в состоянии здесь сейчас. Если же говорить об Украине, вот так вот вы свежим взглядом приезжаете с какого-то там путешествия, что первое бросается в глаза, это то, что у нас очень много красивых людей. Красивых и физически, вот я имею в виду физическими параметрами, то есть у нас очень много подтянутых мужчин, намного больше, чем там. Там вот как-то, вот, знаете, вот некоторая рыхлость появляется у среднего класса, знаете, вот некоторая расслабленность. Вот здесь все-таки вот как-то вот есть некий такой стержень. И это очень здорово. Ну, я уже не говорю про красивых женщин, которые изначально Украина, это славится вот именно красотой женской. Вот. Что еще отмечается? Вот, знаете, вот так уехали из Украины и там потом соскучились, вот приезжаешь, и что еще бросается? Качество еды. Нигде нету таких вкусных овощей, таких фруктов нету вкусных, потому что здесь все настоящее, потому что здесь земля родит, в самом деле. Там все есть пластмасса, там все вот именно культ фастфуда. Здесь все-таки это все живое. Здесь есть то, как говорят йоги, прана, дыхание, жизнь. Вот в каждом продукте есть эта жизнь. Поэтому Украина — это, в самом деле, это житница, это... Каким ты бачишь майбутнє Украины? Здесь родились мои дети, это страна... Это тебе не лякає, що у нас зараз дуже важко йдуть реформи, що у нас є конфлікт з Росією? Ви знаєте, страх – це результат неосвідомленості.
Страх — это отсутствие знания. Ну, страх порождается, прежде всего, незнанием. Когда темно, нет света, тогда страшно. Когда ты знаешь, что есть определенные законы в природе, вот сейчас идет процесс очищения, и рано или поздно, это закон всегда временный, все в этой реальности временное, и вот рано или поздно это очищение, оно закончится. Не бывает так, что это будет всю жизнь. Нет, оно закончится. Так же, как есть ребенок растет, у него там зубы прорезаются, у него там есть какие-то стадии, где он болеет, ему нужно иммунитет этот проработать, проболеть это все. А потом раз, и все нормально. Вот здесь то же самое происходит. Мы, это молодая очень генерация, ну, я имею в виду, как государство. Там 25 лет, это для, с точки зрения глобальной истории, это, ну, это даже не младенчество, это очень такой, зубы прорезаются. Але ми дуже стара нація, да, яка не збудувала свої держави раніше. Ну, якщо чесно. Вона була, ця держава, вона була, государственность вона була. Ну, не відстояла. Ну, діло в тому, що государственность – це определенна система, яка повинна змінятися. Это форма, которая будет всегда меняться. Если она будет не гибкой, она будет ломаться. Поэтому то, что меняется, это закон природы, это абсолютно нормально. То, что, как я вижу будущее Украины, это прежде всего синтез, это страна синтеза. Синтеза это значит интеграции. Интеграции Востока и Запада. Разных культур. Да, разных культур, да. Это угу. Настолько глубокая возможность, это очень, это огромный-огромный шанс. Я верю в это, потому что это закон сейчас, действует закон трансформации. Он временный, это очистка. Знаете, когда человек начинает заниматься какой-то духовной практикой или выходит на какой-то фазовый новый скачок, там, неважно, через религию это происходит или через какие-то технологии развития сознания, он переживает некий кризис. Так. Кризис — это основа для того, чтобы стартануть дальше. Но важно очень быть осознанным в этом кризисе. Ну, во-первых, не растерять эти бонусы там, в метаниях. Да? Нужно быть очень практичным в трате энергии. Нужно быть очень концентрированным, собранным. Ну и, соответственно, конечно же, важно знать, что происходит. И, конечно же, здесь включается вот сейчас, в эту эпоху для Украины, очень важно, кто говорит. Что говорят. То есть очень важно доносить ту информацию для людей, чтобы они понимали, что речь не идет о каких-то там надеждах, каких-то эфемерных, или просто там на веру. Речь идет о том, что есть механизмы, есть технологии. И эти технологии, они независимы от эмоций. И мы здатні ці технології опанувати. 100%. И мы здатні створити своє майбутнє. Поэтому очень важно сохранять вот эту целостность. И целостность на полностью зависит, насколько у нас минимальное количество сомнений. А вот сомнения — это причина тех самых стрессов. Я тобі дуже вдячна за цю розмову. Це була програма «План на завтра». Мріємо про майбутнє, діємо зараз. Побачимось.